мышиная норка. И как-то не так давно она тут и бегала. Ну, а мы пойдем по полю. Снега по колено. Попробуем найти косулю. Так, пока никого не видно. Ну, а дальше как повезет. Так, вот там она гуляет. Вдалеке. Да, тоже тяжело шагать. Сугробом. Сантиметров 40, наверное, есть. Не сбивайся. Ближе уже не дотягивает. Далеко до туда. Но зато есть шанс, что она меня не заслышит. Не занюхает. Что одна. Больше не видно. Кушает. Трудно есть там из-под снега добывать. Раскопай, погрызи. Так, сейчас переведу на нее, и она куда-нибудь пойдет. Вот они там вылезли. Отсюда даже не вижу. Только какие-то темные пятна. Скорее всего, та же самая семейка. В тот раз их там было 5. Где-то еще 2 бегают. Все самочки. Что-то я с длинными рогами вроде не наблюдаю. Так, первая самка, это вторая, тоже похожа самка. А вот там голову наклонила. Ну, поднимайся, а, тоже самка. 3 самки. Может, молодняк, конечно. Тяжелый липкий снег. Идти по нему то еще удовольствие. Сколько прошел, уже запыхался. Ну ладно. Идти еще далеко. Заброшенный аэродром советских истребителей. Взлетная полоса. Но не совсем заброшен. Кто-то здесь ездил. Ангары засыпаны снегом, заросли кустами. Скорее всего, гонки устраивают. Сделана трасса.
И люди катаются. Так, Касюля. Она меня уже услышала. Бежала. Так, попробуем добраться до технических зданий. Какая-то, наверное, ремонтная была зона. И там, наверное, была... Здесь еще один ангар. Вот там, может, казармы. Какое-нибудь управление там. Попробуем до туда добрести. Как они тут скачут. Косюльки. Ну вот здесь когда-то был выезд на взлетку. И вот так вот выглядел самолетный ангар. Полукруглое помещение. Или как оно, с овальным сводом. Сзади, похоже, вход для персонала, вход-выход. Естественно, здесь ничего не сохранилось. Там какая-то шахта была. То ли вентиляция, то ли отопление. А, наверное, отопление. Тут трубы тоже шли. Здание отапливалось. Самолеты не должны были замерзать. Ну что, тут место безветренное. И снегу навалило еще больше. Так, вроде бы осталось-то и немного. Надо передохнуть. Так, конечно, хочется найти что-нибудь такое интересненькое. Это, похоже, самодельный чехол, ножен для ножа с металлической вставкой. Скорее всего, из толстой кожи. Ничего такого особенного. Так, ну что, прополз через поле. Кусты, канавы. И зашел в такое помещение. Не совсем понятно, что здесь могло быть. Какой-то кабинет. Хотя там похоже на гараж. Везде кирпичи. Кто-то пытался себе кирпичи не скоплить. Так, тут, наверное, был туалет, может, душевая. Так, и что, это помещение кончилось? Мне надо ползти к следующему. Хотя, возможно, здесь была кочегарка. Там, наверное, труба была. Это только догадки. Да, вентиляция большая на потолке. Наверное, кочегарка. Так, идем к крыльцу какого-то помещения. Может, даже ступеньки сохранились. Да, ступеньки. Какой-то класс, возможно, все предположения и догадки. Там лестничная клетка, там тоже классы. Ага, здесь, похоже, были душевые. Здесь тоже что-то непонятное.
три входа или три выхода. Там вход и тупик. Там какой-то выход. Сейчас посмотрим, можно ли пройти на второй этаж. Забыл снег вытряхнуть. Еще лет стояло, сейчас развалится. Ну, все может быть. Все имеет свойства. Так, здесь бегала какая-то. То ли кошка, то ли лисица. Скорее всего, лисица. Может, даже с ней сейчас встречусь. Непонятные помещения неизвестного назначения. Снова душевая. Нет, на этот раз, наверное, кухня. На этот раз, похоже, была кухня. Там вот какие-то штуки. Это второе здание с той стороны. Не знаю, есть ли смысл туда идти, в ту сторону. Снова по этим сугробам. Довольно много строений было. Где-то и заправка должна была быть. Зверек тоже где-то здесь бегал. Запрыгнул, посидел на окошко. И вот оттуда пришел. Вот где-то там еще косуля бегает. Так что назад далеко топать. А вот, кстати, наверное, косуля, да. Очень далеко даже. Оптика уже не достает. Ну вот, прошли от того здания. Забрались в следующее. Не особо понятно, что здесь могло быть. Трубы шли внизу, на металл растащили. Здесь сюда какая-то техника заезжала. То ли мастерские, то ли что здесь. Надо искать кого-то, кто здесь был в то время. Мозаичная стенка. Тут сильно поразвалено, может, ползать, наверное, не буду. Попробую еще подняться на второй этаж. Там вроде лестница была. Даже еще не все провода выдрали. Удивительно.
Только лет сбор отцветнили, провода еще на месте. То есть это была лестница. Дальше лестницы-то и нету. Тут по двери забирался. Я думаю, там особо делать нечего. Все то же самое. Еще старый плафончик висит. Да, что-то как-то не все растаскали. Ленивые. Входу в бункер. Блин, думал, там заяц сидит. Возможно, бывшее бомбоубежище при аэродроме по-любому должно было быть. Но туда уже не полезу, скорее всего, все одинаково. Развалины кирпичные. Неинтересно. Такая вот прикатанная грунтовочка. Сквозь кустики. По краям много следов косуль. Получается круг идти, но по полю я уже назад не выйду. Все-таки так чувствуется. Надо лыжи набывать. Водокачка. То ли раннего советского периода, то ли еще до советского. Красный кирпич. С красного кирпича не строили практически. Вверх деревянная обшивка. Это может быть что-то более старое. Явно было какое-то предприятие. Скорее всего, была контора. Докачку я уже показал. МАЗ. МАЗ 90-х годов. Считался на объем когда-то. Хотя все когда-то считалось на объем. Там был какой-то цех. А вот там 500-я МАЗ. Автокран на базе 500-го МАЗа. Старичок засыпан снегом. Не полезу проверять, что там с ним осталось. Тоже старинное здание. Возможно, весь комплекс был связан с фармакологией. На здании значок медицины. Змея, как это правильно называется? Не мензурка. Наверное, какой-то гатер, то ли сейчас, то ли был. Все еще стоит МАЗ. Так, никуда и не уехал. А, так это другой МАЗ. Там их целое. Много их там. И вон тот третий стоит поновее. Остановка Санкали. Даже непонятно, ездит здесь какой-то автобус еще или нет. Так, в Якобус идут по средам. 7.48, 16.45. 16.45 по рабочим дням. Торчать мне тут до 4 часов как-то желания нету. Хотя, может быть, уже где-то близко. Ну, нет, вроде что-то там виднеется. Так что до этого времени уже дойду.
И вот еще парочка косуль пасется. Здесь уже не так далеко дорога. Вот за дорогой частный дом собака лает. Вот они там на поле отдыхают. Да, и не боятся. Вот там какой-то большой собака не идет. Ладно, здесь сейчас не поснимаешь толком. Вот. Тоже стоят, прислушиваются, присматриваются. Ну вот ничего, не боятся. Просто задумались. Думаю, что они делают, что там за собаки ловят. Ну ладно, пусть пасутся. Еле заметил. Две черные точечки на горизонте. С чего-то они решили побежать. Придумали. Бегут в главную сторону дороги. Поехала машина за мили. Присматриваться. Интересные создания. Бегут все ближе и ближе к дороге. Задумались. Дальше побежите. Интересно. Сейчас спрятались в канавку. Ну, давайте уже на дорогу бегите. Передумали. Все, куда-то под горку. Ну, тут уже до дороги. Им осталось-то вот она. Куда-то приятию шумному побежали. Ладно. Пусть бегают. Ну, а в канавке у дороги притихли камыши. А мы пойдем греться.